This is the Adventist World Radio, the voice of hope. KSTA Agat Guam. The following program has been Russian on 5905 kilohertz. О радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». А то, Ратранович, на нашей предыдущей программе мы завершили на очень увлекательный вопрос. Наша программа завершена вопросом. Вопросом связанным с тем, что Иисус Навин, когда он преподносит свою последнюю речь, перед тем, как он уже в старости, при полном возрасте, и он последнюю свою речь говорит полностью обзор истории, очень кратко. И потом он говорит слова, которые шокируют. Шокируют читателей, также шокировали, наверное, тех людей, которые слушали. И вот что он говорит. Иисус Навин, 24 глава, 19 текст. Иисус Навин сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Очень интересно то, что кто сейчас говорит: «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворит вам». И далее 21 текст, очень увлекательный. Он говорит: «И сказал народ Иисусу Навину: нет, вы Господу будете служить». Что же это? О чем же говорится? Это очень интересный момент, и рассмотрим это в контексте. Вы уже начали представлять нам это в контекст. И интересная деталь, как вы отметили, он собирает народ в Сихеме и практически подводит черту и тут к своему служению. И что интересно, когда вы подходите к 13 тексту, 24 главы, он как бы говорит, что вот по милости все это вам дал, вы это не заслужили, сады вы не насаждали, города не строили, совершенно верно, Господь все это вам дал. И затем он делает как бы вывод и приглашение народу израильскому, 14 текст, который содержит три очень важных элемента. 14-26 главы. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, а служите Господу. То есть он призывает их: служите Господу, а потом говорит, они говорят: да, будем служить. Он говорит: не сможете служить. Да. Интересная деталь. Но прежде чем мы к этому перейдем, три момента. Итог всему, всей своей жизненной деятельности, его призыв. Это как бы прощальные слова, что ли. Он говорит им: первое, бойтесь Господа. Бойтесь Господа. Угу.